Люты подтвердил звание одного из самых холодных месяцев. Усяму виной антициклон Эрика. У связи с мостными морозами державная инспекция рекомендует водителям проявлять осторожность. Особливо это тышится уладальников дизельного автотранспорта. Тем, кто оказался у складанных умовах, на дороге оказывали допомогу супрацовники Червоного Крыжа и ДАИ. Яны пропоновали водителям горячую горбату. Некоторые отримали у подарунок теплые пледы. Пожалуйста, горячий чай и согрейтесь с дороги, да, чтобы вам было тепло и удобно. И вот такая вот листовочка еще, как оказывать первую помощь при обморожении и что делать для того, чтобы обморожение не наступило. Эта акция у нас не разовая. Вообще мы оказываем помощь во время сильных морозов по всей Гомельской области. У нас на территории Гомельской области работает 18 пунктов обогрева, которые развернуты на базах районных организаций Красного Креста. В ближайшие два дня морозное надворье заховается. Чакается до минус 15 в день и минус 24 в ночи. Потеплее на выходных. По попередних прогнозах, весна сёлета будет поздней.